Короче, как вы поняли, я буду обозревать этот мод. И мы как раз и узнаем, кто же лучше, лисы или волки. А вы пока что напишите в комментариях свое мнение, кто же победит, лисы или волки. Не будем вас томить. Поехали. Короче, нам нужно вот этот вот сундук. Оранжевые яйца это у нас лисы, серые это волки. Кого взять? Все, короче, я выбрал. Идем спавнить. Так, это у нас волк с чем-то. Рогатка, что ли? Напишите в комментариях, что это. И лиса. Да, это рогатка у волка. Начинается файт. Вроде лиса тоже чем-то кидается, но они оба просто в друг друга попасть не могут. Хоть и чем-то кидаются, стреляют. Все. Лиса. Все. Волк победил в первом батле. А тут мобов как бы 12 штук. Где тут ракеты? Вот. Фокс. Лиса с ракетами и вот собака с ракетами. Спавним. Ох, посмотрите, какая грозная. С ракетами. А собака вообще с какими-то железками летающими. Только почему-то сейчас они просто бьют друг друга. Они не стреляют в друг друга. Это так совсем что ли будет? На них какой-то аксессуар налепят, а потом они просто будут драться? Все. Опять волк победил. Ну чё? Волки пока что побеждают. 2-0 уже у них. Ребят, давайте по-крупному сразу пойдем. Берем теперь их по трое будет сейчас. Из первых рядов. Блин, кого я взял? Вот так вот из рядов. Взяли. Ставим. Ох, с автоматами. Здрасте. С автоматами ходят. Второй. То же самое, только у него дробовик какой-то. И дальше обычная лиса. Теперь у нас волк. Их уже начинают. Что тут происходит? Ё-моё, что тут происходит? Все, лисы победили опять. Ну, потому что как только я заспавнил, они сразу начали их атаковать. Слушайте, я, наверное, вот эту вот лису с этой пушкой себе на аватарку в WhatsApp поставлю. Не, ну серьезно. Меня теперь будут все бояться. У меня на аватарке лиса с пушкой. Да там вроде и волк как раз с пушкой. Может быть и волк. Когда-нибудь волка поставлю вместо лисы. А вот у нас вторая. Нет, это не автомат, это что-то другое. Короче, 2-1. Теперь берем из вторых рядов, также по три штуки. Барьеры я взял, чтобы их огорожать, так сказать. Начинаем строить. Все, этого никто не видел. Строим, короче, такую вот комнату, в котором будут сидеть и волки, и лисы. Но тут будут сидеть лисы, потом вторую построим.
Конечно, немного кривовато. Ну ладно. Теперь выпускаем наших лисичек. Одна уже выпрыгнула, вторая тоже. Все, они на свободе. Мне уже страшно их выпускать, собачек. Уже началось. Опять тут один волк вообще махает мечами. Люди, что вы делаете? Лисы, что вы делаете? Ё-моё. Лисы победили. 2-2. Удивительно. Мне как-то немного уже страшно за волков, потому что сейчас будет решающий раунд. Ну вот. Решающий раунд. Собак, быстро, быстро. Лис я уже поставил. Так, подмога, подмога. Давай, ну давай, не иди. Что, серьезно, что ли? Уже победили? Серьезно? Так просто? Так быстро? Серьезно? Да. Конечно, жаль мне этих волков, которые 2 раунда уже победили, но лисы их обогнали. Вот так вот, короче, этот батл прошел. Победили лисы. Ну а вы не забывайте ставить лайк, подписываться на канал, жмите колокольчик и делитесь с этим видео с друзьями. И всем пока-пока!